Сайрам, everybody. Всем сайрам. Welcome to every one of you. Добро пожаловать лично каждому из вас сюда. This season I have maximum number of devotees from Russia. В этом сезоне количество из России преданных у меня здесь максимальное. Maybe Russia is turning to be more and more spiritual. Возможно, Россия становится все более и более духовной. Because spirituality solves all problems. Потому что духовность, она решает все проблемы. Therefore, поэтому, when you get into spirituality, новый процесс духовности, all problems of yours, все ваши проблемы, both individual and collective, и личные, и групповые, коллективные, both national and provincial, они все будут решаться, be assured of it, будут все приведены в порядок. Anyway, let me go in the reverse order this morning. Давайте пойдемте в обратном порядке. That is, сегодня утром. Get questions from you, answer them, and tell you what I have in my mind at the end. Получаю ваши вопросы и отвечаю на них, и мы узнаем, что же у меня в уме на сегодня. Will that be all right? Так подойдет вам всем? You may be having questions. Вы, может быть, у вас и есть вопросы? Relating to Baba, который касается Бабы, his message, его послание, his mission, его миссия, and how he influences each and every one of us, и как он влияет на каждого из нас, and also about this place, а также об этом месте. Naturally, you have doubts. Естественно, у вас есть сомнения. Kindly come forward freely, frankly, openly. Свободно, открыто, дружелюбно задавайте их. I'll be too happy, too glad to answer them. Я так счастлив и так буду рад ответить на них. Let us begin with Swamiji. Со Свамиджи начнем тогда. Я бы хотел поинтересоваться, если Сай Баба приходит с именем Ширди Сай Баба, Сатья Сай Баба. Первая форма Ширди Сай Баба, вторая форма Сатья Сай Баба. Сатья, Ширди Сай Баба, получается, пришел первый раз на землю ближе к 900 году. Перевести? Понимаете, что говорю? Очень долгий вопрос какой-то. So about the Ширди Баба и Сатья Сай Баба. I have interest. Long question, I don't know what. Yes. Ширди Сай Баба пришел в 800-х годах. Ширди Баба was came in... What? Came to the 19th century. Okay. Сатья Сай Баба пришел в начале 900-х годах. Сатья Сай Баба came on 20th century. Когда Бог спускается на землю? When comes descends to the earth. When the God descends to the earth. У него изначально были планы на реализацию этих форм. He has a plans for these all forms. Ширди Баба, Сатья Баба.
И такой вопрос. And then the question is. Вы были очень близки с Сатья Сай Бабой. We have been so close to Sai Baba. Значит ли вы, что вы были близки с Ширди Сай Бабой? It doesn't mean that you have proximity with Ширди Сай Баба. Либо это были совершенно разные Сай Бабой, другие преданные. Как вообще происходит вся эта связь? Or maybe it is absolutely differently. How this interconnection is works? Как происходят все эти трасты, все эти направления, деления, все эти сивадалы, как мы с друг другом все связаны? And the whole trust, all organization, how we are connected, interconnected with it. Потому что одни считают, что Сатья Сай Баба это не Ширди Сай Баба, другие считают, что Ширди Сай Баба. Because some people are considering that is Ширди Баба, or Сатья Баба is not from the Ширди Сай Баба and so on. Some of them also believe that is true. Но как мы все с друг другом связаны? But how we are interconnected with each other? Большой вопрос. a long question indeed. Yes. Тогда я вам позволю вопрос. My answer is simple. Мой ответ прост. Shirdi Sai Baba may belong to 19th century. Конечно, Shirdi Sai Baba относится с 19 века, столетием. Satya Sai Baba may belong to 20th century. А Сай Баба с 20 веком. The scripture says. Описания говорят. Bhagavad Gita. В частности, Bhagavad Gita. God comes down on earth Бог in a human form. Бог снисходит на землю в человеческой форме. Whenever. Когда. Dharma. Когда дхарме. Dharma or. Или. The righteous life. Или праведная жизнь. Is defective. Подвержены упадку. When values are lost, когда ценности уже потеряны, he chooses to come down. Тогда и учитель приходит на землю. So Satya Sai Baba must have come down on earth in 20th century. Снизошел на землю в 20-м веке. Because human values are gone. Потому что человеческие ценности уже просто исчезли. Scriptures are misunderstood. А описания вообще измышлены. People have lost faith in each other. А люди потеряли веру даже в друг друга. Love is lacking. Просто нехватка, тотальная нехватка любви. Peace is torn to pieces. А игра слов, то есть покой ума, он превращен в осколки. There's a lot of violence world across. Везде, повсюду очень много насилия. To solve these problems, чтобы решить эти проблемы, to bring back those values, чтобы вернуть эти человеческие ценности into practice, в практику дня, God has come down in the name and form of Satya Sai Baba. Бог снизошел в форме под именем Сатья Сай Баба. The need for him to incarnate is. А нужда его реинкарнации в том, что to revive human values. Чтобы оживить человеческие ценности. One question answered, right? То есть я на один ответил вопрос, так? Now I'll come to the next question. Теперь к следующему перейдем. There are two ways of connection. Есть два способа взаимодействовать. There are two ways of relationship. То есть взаимоотношения два типа. Here is my hand. Вот здесь моя рука. This may get connected with the chair. То есть оно прикасается к креслу. Она прикасается к креслу. And can be disconnected. То есть она прикоснулась и она уже соединилась. А может быть и отсоединится. Union now. Сейчас вот вместе. Separation later. А чуть позже уже отделены. This one kind of connection. Это вот один способ взаимодействия. Going to God whenever necessary. Чтобы подойти к Богу нужно. Whenever we are in need of His divine help. Когда у нас есть нужда в Его божественной помощи. We go to Him. То есть мы к Нему приходим вот так. This is one kind of connection. Это один тип взаимодействия. The second type of connection. А второй тип.
This shirt is made up of cloth. Вот эта рубашка, она сделана из ткани. Can you remove cloth out of the shirt? Можете ли вы ткань убрать из рубашки? Can you? Можете? Не можете. It is cotton. Это же хлопок. And that has been made into the shirt. То есть из которого произошла рубашка. Can cotton be separated from my shirt? А хлопок может быть отсоединен от моей рубашки? Impossible. Невозможно. This is second type of union. Это вот второй вид единения. The second type of union. Второй вид единения. Is the part of. Является частью. Surrender. Самоверение, самоотдача. Quality of a total devotee. То есть это качество настоящего преданного, истинного преданного. The first type. Первый вид. Union and separation. То есть там присутствует как соединение, так и разъединение. No doubt devotion. Нет сомнения в том, что преданность. But it is only one of convenience. Но это просто удобно. Need based. То есть это базовая потребность. So, some devotees are connected inwards. Некоторые преданные, они больше направлены вовнутрь себя. And he cannot be separated from them. И он не может быть отделен от них. They cannot be separated from him. И они не могут быть отсоединены от него. This is the second type I mentioned. Surrender. То есть это вот второй тип, который я упомянул, и это и есть самоотдача. Whereas the first type. А в то же время первый тип. We go to the temple. Мы идем в храм. Pray to him. Молимся ему там. To grant our desires. Чтобы нам даровали исполнение желаний. Boons. Какие-то награды дали. And help us. И помог нам, чтобы in times of need. Во времена наших нужд. So, севадалы. То есть севадалы. Are devotees. То есть они преданные. May have connection with Baba. Может быть, у них и есть эта связь с Бабой. In either of the two ways. Под одним видом или под другим видом. One is union and separation. Одно есть это единение с разделенностью. The second is. А второй тип. Inseparable. Неразделимость. And inseparable, I said. Неразделимость. Where cotton cannot be separated from the shirt. Когда хлопок не может быть отделен от рубашки. In similar way. И таким же образом. Devotee cannot be separated from. Преданный не может быть отделен God. От Бога. God cannot be separated from a devotee. А Бог не может быть отделен от преданного. Because they have become one. Потому что они стали уже одним. In quality. В качестве. And in entity, totality. И в тотальности. You got the point? Вы поняли этот? In the second one. Во втором. Of surrender. Самоотдача. You do not remain. Вы не остаетесь. You are one with God. Вы едины с Богом, одни с Богом. Something like. И что-то похожее на это. Cotton is with the shirt. Так же, как хлопок с рубашкой. Cotton cannot be separated. Хлопок не может быть отделен. Whereas in the first one, union, separation. Если в первом случае это единение, разделение. Go to God. А идите к Богу. Go to church. В храм. Go to temples. Или в церкви. Whenever we have some problem. Да когда-либо у вас, если будут проблемы. And tell God, see you later. И скажите Богу, probably this weekend. Probably this weekend, my God. Может быть, на этих выходных, дорогой Бог. So, these two kinds of connectivity. То есть эти два способа взаимодействия. Am I clear now? А теперь, по-моему, ясно, понятно.
Any other question? Good, Другие thank вам... you for your good question. Хороший вопрос, спасибо большое. Please feel free. Пожалуйста, чувствуйте себя свободно. Ладно, у меня есть вопрос, но если задать хочется. Никто не хочет. Можно я вопрос задам? Мой вопрос по поводу веры. The question about the faith. About? Faith. Faith? Faith. Beliefs. Beliefs. Faith. 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 Oh. Faith. F-A-I-T-H. Okay. No faith. Да. F-A-T-E. No. Иногда, иногда я чувствую faith. 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 Yeah. Иногда я чувствую себя в очень сильной вере, да, что я верю. Sometimes I feel very strong that faith, that I feel at that faith. Что я с Богом, и Бог со мной. Иногда, that I am with God and He is with me. Но иногда эта вера уходит. Вот But sometimes понимаю, that faith is gone. And then I cannot understand. Да, я не могу, я не понимаю, что с этим делать, как. How to treat that? Как справляться, да? Как How to treat that? Что нужно делать? Я хожу в это время в мандир, да, я ощущаю, я думаю, что я с Богом, но этого нет изнутри. I'm still going to the cycle maho, sitting there during the darsha, but I don't feel that faith. Я чувствую в это время, что я одна, как будто бы Бог ушел, покинул меня, как будто бы... That I am alone, I am staying there alone, that God left me. И у меня, наверное, два вопроса. Почему так происходит? Почему Then, так случается? That perhaps that I have two questions. Why is going on like this? И второй, да, как And the second, and how to treat that? Что в это время нужно делать, чтобы... What to do in this moment? Просто оставлять это и быть с этим? Или нужно что-то делать? Может быть, больше... Maybe to left situation as it is, or I have to make effort to do something. Или просто расслабиться и быть в этом. Уже Но поняли. Мне не нравится. But I don't like it when I got left me. I think that when I stay without God like this. Can you understand? Yes, yes, yes. So I like when I'm in a full faith, in a full belief, when I stand up in the morning and understand that, okay, I'm Swami with me, I'm with Swami, I'm very happy. And in different time when I go to up in the morning and I feel that I'm empty, nothing inside me, I feel that I'm alone. Swami, where are you? I go in mandir like... It's okay. I'm sorry. So I go with the cry and I say, what happened, Swami? What happened? Why I'm alone? I'm still with you. Okay. Calm down, I will answer. Я отвечу, успокойтесь. We all went through that stage. Мы все проходим этот этап, эту стадию. That was the condition of all of us. Это вот условие для всех нас. We feel Состояние. That We feel that we are left alone. То есть мы чувствуем, что мы оставлены одни. We feel that we are empty. Мы чувствуем эту пустоту. We feel that we have no support. И мы чувствуем, что у нас нет поддержки. At times. Sometimes. В эти времена, которые иногда случаются. But sometimes. Но иногда. We feel very happy. А мы чувствуем себя очень счастливыми. When we feel that he is within us, и мы чувствуем его внутри себя, that we are with him, что мы с ним, and that he is with us, и что он с нами. At that time, вот в это время, of union, этого единения, you are happy. Вы счастливы. That's why. Именно поэтому. Swami defines happiness like this. И поэтому с вами дают формулировку счастье такое. What is happiness? Что такое счастье? Union with God. Единение с Богом. Separation is unhappiness. А несчастье это и отделенность от него. So you are very happy because вы счастливы потому, you felt union with him. Потому что вы чувствуете единение с ним. You feel so sad. А вы чувствуете себя так плохо. And unhappy. И несчастными. Because you feel separated from him. Потому что вы чувствуете отделенность от него. Both are your feelings only. Но на самом деле это оба это только ваши чувства. The reality is. А реальность состоит.
You and God are inseparable. Из того, что Бог и вы не отделены. Неотделимы. But our mind, which is outwards, наш ум, который направлен наружу, worldwide, то есть в мир, full of worldly responsibilities, полный мирских обязанностей, full of duties, обязанностей, commitments, а также обязательств, attachment, привязанности, desires, желаний. We are going away from God. То есть мы уходим таким образом от Бога. That makes us cry. И это заставляет нас плакать, проливать слезы. On the other hand, when you are one with Him, а когда с другой стороны вы одни, when you feel Him within, и когда вы его чувствуете в себе, no desires, и у вас нет желаний, nothing to achieve. Нечего там достигать. No goals. Нет целей. Supreme satisfaction. Наивысшее удовлетворение, довольство. Because you are one with Him. Потому что вы одни с Ним. Одно единое целое. So this happiness is. И это счастье. The worldly drawn mind. Worldly pull, с умом, который полностью погружен в мир, makes us separate from Him. Мы чувствуем, что мы отделены от Него. The mind, which is towards within, something like key fit in a lock. Это this side, that side, this как, side, that side. Как ключ в замке, в одну сторону повернем или в другую сторону повернем? Так тот ум, который направлен вовнутрь. You can open the lock this side. То есть от таким, повернув сюда, мы налево, мы откроем. You can close the lock when you turn the key right side. И мы закроем замок, если повернем ключ вправо. Key is the mind. Ключ – это ум. So when you turn towards the world side, если вы повернете его к миру, we get separated. Мы почувствуем себя отделенными. Unlocked. То есть откроем. When you turn the key towards the right side, а если повернем ключ направо, that's God word. То есть по направлению к Богу. You are very happy. И тогда вы счастливы. Am I clear? Yes. Вот так вам понятно? Yes, yes. Right. На question, да. Я хотела спросить, есть ли у Саи наставник? Погромче. У кого? Есть ли у Саи наставник? I would like to ask, is any mentor for Sai. Is there is mentor for Sai? Mentor? Yeah. Oh. Not mentor. No, как? Наставник. Наставник. Mentor. Teacher. Teacher. Okay. Moon shines. То есть луна светит. Moonlight. То есть проливает лунный свет. How does moon shine? Вот каким образом луна светит? The moon shines because она светит своим светом, потому что sunlight that falls on the moon. Потому что солнечный свет падает на нее, на луну. If sunlight does not fall, если солнце не солнечный свет не падает на луну, moon cannot shine. Тогда луна не может светиться. Where from sun gets the light? А откуда у солнца свет? He is the light. He is the light. Он и есть свет. Sun is the light. Солнце и есть свет. Light is the sun. И свет есть и солнце. He is not going to get. Он ничего там не получает. Simple example. Очень простой пример. Where from you get water? Откуда to the ocean? Откуда появляется вода в океане? Ocean is water. Потому что океан и есть вода. Water is ocean. А вода и есть океан. Where is rivers? А когда река? Lakes. Озера. Streams. Ручейки. Draw water from somewhere. Берут начало откуда-то. Am I clear? Вот так понятно. Am I clear? Ясно. Similarly. Таким похожим образом. Most of us need a mentor or a teacher.
Большинство из нас нуждается в наставнике или в учителе. But Baba being a world teacher himself, но так как Баба был мировым учителем, he never needed a teacher. Ему никогда не нужен был наставник. He is like the sun. Он как солнце. All others are like moons, receiving light from the sun. То есть все другие, как луна, получают свет от солнца. Am I clear? Вот так понятно? Am I clear, please? Ясно okay, так? Okay, okay. После одного Махашиваратри, по-моему, 2009 год, Сай Баба говорил, если только, конечно, правильно перевели, что через 28 лет наступит такое время, когда не будет государств, национальности, будет единое государство. И the question is about during the Махашиваратри, perhaps 2009 was translate. If correctly was translation, that after 20 years, late 28 years, would be no separation between countries. Will be like the same time where there was Parikshit, in those days when all the united system. Functioning. Да, вот правильно ли нам перевели? Is it what correct translation да, for us at that time? Что он говорил о будущем? And what Baba said about the future? Потому что сейчас похоже ночь темна перед рассветом. Because nowadays it looks like a very very dark time before sunrise. Okay. The translation is correct. Перевод правильный. But it needs interpretation. Но он нуждается в интерпретации. It needs some clarity. То есть нужно внести ясность. It needs some explanation. А также разъяснение. To understand. Для того, чтобы понять. The statement fully. Чтобы это утверждение понять полностью. Now. Итак. There will be no separation between countries. Нет разделения между странами. What does it mean? Что это значит? It is not physical. Видите ли, это не физически. We should take it mental or psychological. Мы должны это воспринять ментально или психологически. Metaphysical. Или метафизическим смысле. We are now there is no separation between me and you. Ну также нет разделения, как между мной и вами. You are from Russia. Вы из России. I am here in Puttaparthi. Но вы же в Путапарте. Where is separation now? И где же это разделение? So there are no separation. То есть нет разделения. No separations or physical barriers. Нет разделенности или физических барьеров. Like. Таким образом. Nationality. Таким образом как национальность. Country. Страна. They are geographical. Они географические. There will no walls. Там же нет стены. Нет стен. Like language. Как в виде языка. Linguistic separation. Лингвистическая разделенность. There will be no nothing like a China wall or anything built across the nations, separating them. Между нациями же не поставлены столбики с цепочками, чтобы разделить. We are all one. Мы все одно. That is spirit. Но в духе. The separation is because of разделенность существует благодаря тому, что barriers of благодаря барьерам blocks of blocks блоки, то есть это строительные psychological кирпичи. Psychological социальные national национальные linguistic языковые traditional традиционные традиции. Cultural, культурные. Are all the barriers. Или другие барьеры. When once we close our eyes, как только мы закрываем глаза, going to meditation, уходя в медитацию, and feel Baba within, и чувствуя Бабу внутри себя, there are no barriers there.
И там нет никаких барьеров. Keep your eyes wide open outside. А если вы направите широко открытые глаза во внешний мир, there are barriers. Там вы увидите барьеры. In absolute silence. В абсолютной тишине. In deep meditation. В глубокой медитации. When you have turned within. Когда вы направлены вовнутрь, you feel oneness. Вы чувствуете единство. Same breath. Такое же дыхание. Same blood. Та же кровь. Same earth. Та же земля. Same sky. То же небо. Why separation? Так где же эта разделенность? It is because of. Это потому что. Political reasons. Потому что существуют политические причины. Geographical considerations. И географические интересы. Nationalities. Национальности. Linguistic barriers. Языковые барьеры. And so on. И тому подобное. All nations will be united. Meaning? Когда все нации будут объединены, это означает? These narrow barriers will not last long. То есть вот эти узкие барьеры, они не продержатся долго. We are all one. Мы все одно. In spirit. В духе. Am I clear? Вот так понятно? That's what it meant. Это вот то и имелось в виду. Am I clear? Ясно вам? If you want further clarity, you can ask. Если вам нужны дальнейшие разъяснения, вы продолжайте задавать вопросы. Yes, any questions? Да, пожалуйста, еще вопрос. Любые вопросы. Я бы хотел задать вопрос про Хираньягарбху, который материализовал сейчас Айбаба. About Хираньягарбху materialized by Baba. Как я чувствую, что Хираньягарбха, в ней содержится все. How I feel that the Хираньягарбха consists everything, content. В ней содержатся все пророки, аватары, святые. The avatars, sages and so on. И у меня такой вопрос. Then the question is. Если ощущать, представить эту Хираньягарбху. If I imagine that Hiranyagarbha. Прямо сейчас в ней есть прошлое, настоящее, будущее, уже все. Right now is all three times in there. И получается, что у Господа уже есть определенный план на это вообще наше существование. That means that God has master plan to everything in the future, including. И я бы хотел задать такой вопрос. Какой в итоге глобальный план вообще у Бога на наше вот the global plan of the God for our existence. Сатчи Сайбабы, у Према Сайбы, для чего эти все формы создаются? Какой глобальный план? And what for the all forms are created? Что хочет Господь раскрыть вообще? What Lord wants to open, to repack for us. И еще вот про Хираньягарбху. И почему именно Сатья Сай Баба показывал эту Хираньягарбху, то есть And why is exactly Сатья Сай Баба as form show us that Хираньягарбха principle? И могли бы другие пророки показывать также эту Хираньягарбху? Maybe other sages and prophets can show us. В предыдущих рождениях. Просто показывать, материализовывать, да. Было ли уже это представлено нашему миру, или это впервые произошло так? Ну, нашему существованию. The Hiranyagarbha he has shown. Sorry. Хираньягарбху он нам всем показал. He has shown to everybody. Каждому. Is the Hiranyagarbha in miniature, in a small size. То есть в миниатюре, в маленьком размерчике. Something like. Что-то похоже на. A world map. Как карта мира. Something like a globe. Как глобус. Similarly, таким образом, Хираньягарбха is shown. Хираньягарбха было показано. Is a what you call is a model. Как моделька. A replica. То есть реплика. The original Хираньягарбха. А оригинальный настоящий Хираньягарбха. Is cosmic. Космично. Universal. Универсально. Everything is contained within. Все содержится в ней. How can that be shown to you? Как это может быть показано вам?
So the one he has shown to you is a model. То, что вам было показано, это модель. That little one he has shown is not the whole thing. То, что было показано, это не все, что существует. Supposing. Ну, допустим, например. I bring a glass of water from ocean. Ну, я принесу воду океана в стакане. Is that the whole ocean? То есть я принес весь океан, разве? No. Нет. Only some quantities brought. То есть какое-то количество. That's what Hiranyagarbha is. Вот это и есть Хираньягарбха. Clear? Вот так, понятно? Yes. Если во сне приходит Сайя, это всегда только он, никто не может его обличить. Is Сайя coming in our dreams? Is that real Сайя comes in our dreams, or somebody can pretend to be a Сайя in our dreams? Both happen. То есть оба происходят. Many people pretend. Многие люди прикидываются. Only to exhibit their devotion. Что только для того, чтобы показать свою преданность. In a spirit of competition. А в духе соперничества. With those that dreamt Baba in reality. С теми, кому действительно Баба даровала эту в реальности. Simple example. Простой пример. You got fake notes and genuine notes, currency. Fake notes. False. Вот он, допустим, фальшивые банкноты, да, и есть настоящие банкноты. Fake note is a fake note. То есть подделка есть подделка. Genuine note is a genuine note. А настоящие есть настоящие. When you mix both, а когда вы смешиваете их оба, they look alike. Они же очень похожи. Similarly. Таким вот образом. Those that have. Те, у кого. Genuine dreams. У кого настоящие дни, настоящие сны со Сайей. Are the real ones. Они реальные. Those that pretend. А те, которые прикидываются. Are fake ones. Те не настоящие, поддельные. How to separate the fake from the real? А как же эту подделку отличить от настоящей реальности? The real dream appears unexpectedly. В реальности такой сон происходит неожиданно. Nobody can say, I'm going to have dream tonight. Никто не может предсказать, о, сегодня я засну и будет этот сон с Сайей. Nobody can say. Никто не может такое сказать. So a dream is unexpected. То есть такое сновидение, оно непредсказуемо. Baba appearing in a dream has got a purpose. То есть появление Бабы в вашем сне имеет смысл и причину. To convey his message to you. Чтобы вам передать какое-то послание. To show you some direction in life. Чтобы в жизни показать направление. To clear your doubts. Чтобы прояснить ваши сомнения. To take you out of the confusion. Чтобы из замешательства вас вывести. To show you the correct path. И показать правильный путь. So Baba appearing in a dream is purposeful. То есть появление Бабы в ваших снах имеет ценность, значимость. It is a directive. Оно направляющее. It is an expression. И это выражение. Of his concern for you. Его забота о вас. Беспокойство о вас. Whereas. А с другой стороны. False dreams. Фальшивые сны. Are only. Являются только. Made by your mind. Созданием вашего ума. All the projections of the mind. Все проекции вашего ума. Are all false. Все они фальшивые. Projection of the heart. А проекции сердца. Intuition. Интуиция. Is genuine. Они настоящие, не поддельные. The projection of the mind. А проекции ума. Gives you option. Дают вам опцию, выбор. Right or wrong. Правильно, неправильно. Follow or ignore. То есть мне нужно следовать этому или нет, или проигнорировать. Is it true or false?
Это правда или неправда, или ложь? But Baba appearing in your dream, а когда Баба появляется в вашем сне, which is genuine, является неподдельным, and true, истинный, does not give any choice, вам не оставляет выбора, right or wrong, правильно, неправильно, true or false, верно, неверно, no choice, нет там выбора, 2 × 2 = 4. Дважды два – четыре. That's all. И это все. There's no question of it. Там нет больше вопросов, не остается их. In a similar way, таким же похожим образом, путем, a genuine dream, настоящий, неподдельный сны, a real dream, реальный, который, you will experience Baba, и вы проживаете в них Бабу, because of his will. По его же воле. Whereas the false dreams, а те фальшивые сны, pretensions, те прикидывания такие, are the promptings of your mind. Все они всплывают из ума. That the point? Вам понятно весь смысл? А бывает так, что Баба может быть во сне очень грубым, и это прям пугает. И, is it possible that Baba can be very cruel in the dream, tough in the dream, and even I scare? Scared? Yeah. No, not scared. It was like the mind say that it's so strange. I couldn't realize that Baba can be so tough. Baba can be tough when it is needed. Baba может быть пугающим и строгим, когда нужно. And the toughness is only outside. А эта строгость только снаружная, внешняя строгость. When the mother scolds her children, вот когда мама ругает своих детей, she is quite tough. Она же достаточно строга. The toughness is born out of inner deep love. А строгость произрастает из глубокой любви к ним. So toughness is not negative. Строгость – это же не негативное качество. If toughness is my usual regular quality, it is negative. Вот если постоянная строгость является моей натурой, то это негативное качество. When the toughness is born out of pure love, а когда строгость появляется из любви, in your own interest, в ваших же интересах, that is positive. Тогда это позитивно срабатывает. So he is not tough actually. На самом деле он не строгий совсем. He is love. Он же любовь. Softer than butter. Мягче самого масла. Sweeter than honey. Слаще, чем сам мед. Honey cannot be bitter. Но мед же не может быть горьким. Butter cannot be tough. А масло не может быть жестким. So he appears to be tough when it is needed. Он так проявляется строгим, когда это нужно. Maybe to correct you. А может быть для того, чтобы вас поправить, подправить. Maybe to put you along the right path. А может у вас вообще пинком на правильный путь поставить. Maybe to check you. А может быть вас проверить. Or caution you. Caution? А предупредить. That's all born out of love. И это все исходит, рождено из любви. Am I clear? Yeah. Вот вам ясно теперь? Good questions, а? Хорошие вопросы, да? The Russian scientific mind. У русских исследовательский ум. Scientific mind of investigation. То есть исследовательский ум научный. Inquiry. Вопрошение. And reasoning. И, конечно же, как же это? I'm happy about it. Я счастлив. He has one more question. Quality questions. Ну, да. Иногда мне кажется, в медитации мне это не приходит. Но просто гуляя по улице, иногда меня выбрасывает в то, что все это иллюзия. И от этого становится очень страшно. When I am meditating, sometimes I cannot feel that all is illusion. But when I walk, for example, I'm walking, the waking state,
then suddenly I can feel it, that that's all is illusion, and that is frightened me. В чем вопрос? In fact, what to do with this? How to treat that? How to not be frightened? In fact, there's nothing like illusion. Нет такой вещи, как иллюзия. Illusion is imagination. Иллюзия — это просто воображение. Illusion is false. Иллюзия — это фальшь. But the reality. А реальность? Remains as it is. Остается такой, какой она есть. It won't vanish. All vanish? Vanish or disappear. Но она не исчезает. It won't confuse. Она не пребывает в замешательстве. It won't frighten you. Она не может вас напугать. Because, okay. Are you frightened of yourself? А вы сами себя пугаетесь? No. Нет. So when God is in you, why should He feel frightened? А если внутри вас Бог, так почему же вы пугаетесь? So it is because we don't feel Him in the inner depth. Потому что внутри глубоко, внутри себя мы его не чувствуем там. We get frightened. И именно поэтому мы пугаемся. But we go into depth, deep. Но когда мы заходим в глубину, there's no frightening. Там нет ни причин для пугательства. Example. Есть пример. Here is ocean. Вот есть океан. Here is ocean. Океан. Ocean is steady there. То есть он такой неподвижный. Ocean has waves outside. А вот к берегу уже и появляются волны. So when our mind is in the form of confusion or wavy, когда наш ум волнуется и в форме волн, we get frightened. Тогда мы пугаемся. But there in the deep, а там в глубине, no waves. Там нет волн. Nothing to get frightened. Там нечего бояться и пугаться. So it depends upon. И это зависит от того, where from you look. Откуда вы воспринимаете. How distant you are from reality. Как далеко вы от реальности? How close to you are to the reality? И как близки вы к реальности? If you are close to the reality, когда вы близки к реальности, you are not frightened. Вам нечего пугаться, вы не пугаетесь. Simple example. Простой пример. Oh, there's a snake, I say this. Вот there's я говорю, вот там есть змея. All of us get frightened. И все мы испугаемся, если я так скажу. We run away from here. И мы убежим отсюда. Because it's a snake. Потому что это змея. A teacher comes. Приходит учитель. And tells you. И говорит. It is not a snake. Это же не змея. It's only a rope. Это же только веревка. A rope looking like a snake. Просто веревка, похожая на змею. When you have the view of the snake, когда вы видите змею, false, illusion, ложь, иллюзию, you are frightened. И тогда вы и пугаетесь. When you understand it is not a snake, but only a rope. А как только вы вдруг понимаете, что это не змея, а простая веревка, illusion is gone. То есть иллюзия исчезает. Falsity is gone. Фальшивость Reality is exposed. А реальность вдруг проявляется. You are not afraid. И вы тогда уже не пугаетесь. So, ignorance is the cause for falsity or pretension. Является причиной фальшивости или притворства. Wisdom. А мудрость. Will show you the reality. Покажет вам реальность. Wisdom will tell you. А мудрец вам скажет. That is a rope. Это же веревка, просто веревка. Whereas ignorance makes you take it as a snake. А с другой стороны, невежество вам скажет, что это змея. Am I clear? Вот так, понятно? Am I clear? Ясно вам?
вот если считать, что Сай Баба это Бог, то есть чистое единое сознание. If we considering Sai Baba as pure united consciousness. И проявляется, ну, сначала в одной форме, там Шерти Баба, теперь Сай Баба. In different forms to express as Shirdi Baba and Satya Baba. Вот если сейчас его формы нет, зачем мы поклоняемся, ну или не поклоняемся, а обращаемся именно к этой форме? If there is no form anymore of avatar, why we still some prayers to that which has no form anymore? Или он в тонком плане все-таки, or he is in the subtle body, some exist, on subtle plan exist. Существует как индивидуальный, что раз мы к нему, ну, допустим, Maybe he is now is in subtle form as individuality, and we just pray to that individuality. Потом будет вторая часть вопроса. See sooner. See the quality of questions. Видите, какое качество. Варева. Прекрасно. Просто порадовали мы его. This is a challenging question. Это бросающий вызов вопрос. Even to me. Даже для меня. But however, ну, как бы то ни было, I shall try my level best. Я попробую на все, что я смогу. To answer you. Чтобы ответить вам. Ну, может быть, я тогда сейчас весь вопрос задам. Это уже достаточно. It is only part of your question. It's only part of question. Yes, yes. It's only a part. Yeah. I know she has some more to tell. Can you give me here, maybe? If she has any more to tell. У вас есть что-то еще, что сказать? Да. Значит, смотри, если он говорит, что мы одно, да, что Бог в нас, тогда к кому мы обращаемся? If the Baba tell us that we are one and he is in us and we are in him, so then to whom we are praying? То есть получается дуальность, есть я. There is duality. There is me and there is God. He. Wow. А если верить в то, что я и есть Бог, if I have a faith that I am and God Himself, тогда я не прошу, я выбираю. Then I not pray, but I just. Я не выбираю. Тогда я не прошу как отдельного от человека, тогда я выбираю как Бог. Then I choose as a God, but I don't pray anymore. One example. Один пример. Here is a pot. Вот горшок. Pot is empty. Он пустой. It has space inside. И там есть пространство в нем. Outside the space, outside this pot. То есть и снаружи тоже пространство. There's wide space. То есть все оно. Wide space. Все одно пространство. So space is in the pot. Пространство и в горшке. Space is around the pot. И вокруг горшка пространство. Pot is in the space. А сам горшок в пространстве. The difference is. Разница только в том. Because of the name of the form, name and the form of the pot. Из-за формы и имени и названия горшка. If the name and the form of the pot are gone, как только форма и название горшка уходят, исчезают, you will know the uniformity, the similarity, the oneness between the space in the pot and the space outside. Похожесть, тогда вы обнаружите похожесть и увидите, что нет разницы между пространством в горшке и снаружи горшка. Да, я думала об этом. Then I thought about this, yes. I thought about this as example of the bubble. Okay. Doesn't matter. Не важно, какой пример. So, итак, feel him within you. Почувствуйте его внутри себя. Feel
yourself in him, и себя в нем почувствуете, both being the same, и вы будете одинаковы. The air is in the room, воздух в комнате, air is outside the room, и снаружи комнаты воздух. This air is as much as that air in quality. По качеству воздух такой же и там, и там. So, I being in Swami, я был со Свами, Swami being in me, а Свами был во мне, are one and the same. И одно и то же же это. Very, very good questions. Очень-очень хорошо. Какой смысл на эти самадхи подходить? Then what is the meaning to come near to Mahasamadhi, Baba? To touch Samadhi. What's the need? What's the need to come closer to Mahasamadhi of Baba, to touch Mahasamadhi of Baba, and so on? Okay. Хорошо. I am not against of that ritual, but I don't understand the meaning. You want to watch upstairs. Upstairs. What? Terrace. Вы хотите посмотреть на террасу? What should you do? Что вы должны для этого сделать? You should climb steps. Вы должны подняться по ступенькам по лестнице вверх. And watch the terrace. И тогда посмотреть террасу. So these are all only the steps. Но они же только ступеньки. They are not the ultimate. Они же не конечная цель ваша. The ultimate is terrace. А конечная цель это же терраса. Clear? Понятно? Да. Размышляю. I ponder upon. I will ponder upon. You should. Вы ponder upon, reflect upon, обязательно впечатлиться, inquire within yourself, и самовопрошать, deeply reflect within yourself, а также внутри, ну, проинспектировать себя, you will enjoy, и насладиться этим всем. Any more? Еще? I am very thankful to you. Я так благодарен вам всем. And highly appreciative of your questions. Очень доволен вами вашими вопросами. Because all the questions put across this morning. В это утро все заданные вопросы. Are highly spiritual. Очень высокодуховные. I am very happy about it. Я очень счастлив по этому поводу. I have been waiting for such questions. Я же долго ждал такого. My mind always thinks in that direction. Мой ум всегда размышляет в том направлении. But unfortunately, но к сожалению, people ask some elementary questions. Ну, люди задают начальные вопросы. How many times does Baba eat? Как часто Баба принимает пищу? How long will he eat? Как долго его прием пищи? How long will he sleep? Как много он спит? Are the questions? Вот это разве вопросы? People ask about it. А вы представляете, люди задают такие вопросы? I feel so bad about it. Я так себе плохо чувствую. But вопросы. I cannot express. Но я не могу это же выразить. Because they are our guests here. Они же гости у нас тут. So I pity them, that's all. Я просто огорчаюсь. For not having gone into spirituality. То есть, потому что они как бы не утрудили себя углубиться в духовность. For example, например, if you want collect pearls, precious stones, вы собираете коллекцию жемчуга, you should go deep into the ocean. Чтобы их собрать коллекцию, вам нужно уже нырнуть глубоко в океан. On the surface, а на поверхности, you find only frogs. В лягушатнике вы найдете только лягушек. Snails. Как snails? Snail. Я не знаю, что это. Улитки. Pebbles, small stones. Да просто маленькие камушки там. Sand. Песочек там найдете. Pearls are lying deep. А жемчужины это в глубине. That is spirituality. И это есть духовность. You have collected those pearls. Вы их уже собрали эти жемчужины. And brought here. И принесли их сюда с собой. Placed before me. Просто показали мне их. By way of questions.
задавая такие вопросы. Seeking clarity. Ища ясности. I'm so happy about it. Я так счастлив от этого. У меня есть вопрос по поводу према, према любви. About the prema. What do you want about prema? А что вы хотите по поводу божественной любви узнать? Према, как для меня, это всеобъемлющая любовь, которая находится во всех существах, всех ватрах. For me is prema is overwhelming love which permeates all living beings. Почему, когда приходят пророки либо аватары, как будто бы делятся на какие-то, ну, может, в моем сознании на категории? Это према-аватар, это там Шива-шакти-аватар, это... Then when the comes avatars, then this separation taking place, like there is Purna-аватар, or как вы называете, према-аватар, or different sages and prophets. Шива-шакти-аватар. Неужели ли в любом приходящем аватаре, кто бы то ни был, Иисус, пророк Мухаммед, Кришна, Шива, нету уже этих всех качеств? То есть зачем разделяться на категории? Is it means that in Jesus and Muhammad exists some part of the love? What for that categorization is? Неужели в Сатья Сайбаве нету того, что должно быть как будто бы в Према Сайбаве или не было в Ширди Сайбаве? Is not clear that is inside Satya Sai Baba is not the same like in Shirdi Sai Baba or even the Prema Sai Baba. Почему должны быть какие-то как будто ограничения, что это Шива Шасти? Why should be such limitations? Почему не может прийти сразу аватар, который охватывает все? Why is not avatar is coming? Почему каждый раз делится на какие-то части? Always like in the part that is in my consciousness like this. I should answer bit by bit. Я шаг за шагом отвечу потихонечку. If portions or bits are left, remind me. Если какие-то остатки останутся не выяснены, не отвечены, вы, пожалуйста, дайте знать. At least you will be remembering your question. Ну, во всяком случае, вы будете точно помнить весь свой ваш вопрос. So, let me answer portion by portion. То есть по порциям отвечу. Now, during birthday festival of children, когда мы празднуем день рождения детей, they distribute small toys made up of candy or sugar. Ну, мелкие игрушки раздаются, дарятся, или конфетки раздаются. Children will be amazed. И тогда дети счастливы, радуются. One will be in the shape of an elephant. Одно будет в форме слоника. One will be in the shape of a tiger. Или в форме тигра. One will be in the shape of a dog. Или собачки. Children are happy to see those toys. А дети же счастливы от того, видеть разные игрушки. You are not very happy. А вы не счастливы. As much as the children. Вы не так счастливы, как эти дети. Why? Почему? You know all of them are made up of same sugar. Потому что вы точно знаете, что все эти сладости сделаны из одного сахара. You have many sweets everywhere. У вас много сладостей повсюду. In all restaurants. Во всех ресторанах. Made up of same sugar. А все сделано из одного сахара. It's only the shape and the name and form. То есть это форма, очертания или имя, that название. Make them special. Что создает такую привлекательность. Different from others. Отлично от другого, от других. Шива-шакти. Шива-шакти. No doubt is love. Без сомнения это любовь. But. Но. It is a combination. Это является комбинацией of matter and energy. Энергии и материи. Energy is Shiva. Энергия это Шива. Matter is Shakti. А материя это Шакти. So matter will have Shakti. У материи будет
Shakti can be converted into matter. То есть Шакти может превратиться в материю. The modern physics says. А современная физика говорит, that matter can be converted into energy. Что материя может превращена в энергию. And energy converted into matter. А энергия может быть превращена в материю. Both are same. И оба одинаковы. So whatever God you may mention, что бы вы там не упомянули, is love. Это любовь. Love is eternal. Она вечная. Love is selfless. Она бескорыстная. It's not demanding, it's not commanding. Она и не командует, и не требует ничего. It's your nature. Это ваша природа. Because of selfishness. Из-за корысти, корыстолюбия. The love tries to be, rather, be away from you. Поэтому любовь держится от вас подальше. When that selfishness, когда корыстолюбие, possessiveness, властолюбие, attachment, привязанность, lust, вожделение, greed, жадность, when they go, когда они уходят, love will come like a fountain. И тогда любовь проявляется как фонтаном. Simple example. Простой пример приведу. Now, there are stones above. Stones. Есть камни. Remove them. Уберите их. Sand below. А под низом там песок. Remove it. Тоже удалите. Big boulders there. Boulders? Boulders, big stones. Большие камни там, булыжники там. Remove them. Удаляете их. Under it there's film of water. А только тогда появится вода потом. There has been the water all the time. Там вода всегда же была. But it is covered by. Но она была просто покрыта слоями. Boulders. Булыжниками. Sand. Песком. Stones. Камнями. Like that. Вот so love is there inside everybody. То есть таким образом, похожим, любовь во всех нас есть. They're only covered by. Только она вот покрыта все. The stones of attachment. Камнями привязанности. The borders of hatred. Булыжниками ненависти. And the sand of selfishness. И корыстолюбие песком. Then there is pure, cool. Water of love available to you. Тихая, чистая, прохладная вода любви. Am I clear? Вот так понятно? Good. Еще можно? There is question. Are you not tired yet? No, what time now? It's 12 exact. 12 exact. We have 5-10 minutes more. Еще 10 минут. У меня вопрос про душу. About the soul is my question. About? Soul. Soul. Да. Что такое душа, я не понимаю. I don't understand what is the soul means. Ну, раз есть такое слово, значит, наверное, что-то... Is there is such a word exist that means that word has a meaning? Вот. У меня вопрос такой. The question is... Если душа... Она вечная, это есть чистое сознание. If the soul is eternal and it is pure consciousness. Pure? Consciousness. Culture. Consciousness. Consciousness. И душа и ее естественное состояние блаженства, и and ничего не затрагивает. And the soul... natural state is bliss, and nothing affects that. То тогда вопрос. Then the question is. Кто, как сказать, несет карму? Кто это? Who is burdening the karma? Burdening karma. Да, вообще. Если есть единое поле сознания, единое причинное тело, все единое. То откуда вот эта индивидуальная карма? То есть душа ничего не берет, кто-то за карму закатывает. Soul is nothing to taking in, but why is the separation there? Same answer. Такой же, тот же самый ответ. Electricity. Электричество. Is there in the wire.
Там, в проводах. But there is electricity all over. Но везде оно уже проведено. Electricity in the wire. Но в проводе электричество. Is individual consciousness. Это и является индивидуальным сознанием. What you call soul. Мы это называем душой. So consciousness within you. То есть сознание внутри вас. Is the soul. Это душа. Это то есть пока мы в теле. It means that while we are in the bodies, right? Yes. Да. Хорошо. Well, okay. The same electricity within the wire. То электричество в проводах. Is all over. Оно везде. That is super consciousness. Это и есть супер сознание. Collective consciousness. Сверхсознание, то есть коллективное сознание. So individual consciousness. То есть индивидуальное сознание. Is the soul. Это душа. Super consciousness. А сверхсознание. Is divine. Оно божественное. Both are same. Одно и то же. Example. Пример. I look at the mirror. Я смотрю в зеркало. I find my reflection. Я вижу свое отражение. Am I different from the reflection? Я разве отличен от своего отражения? Both are same. Оба одинаковые. So individual soul. То есть индивидуальная душа. Cosmic soul. Космическая душа. Are one and the same. Одно и то же. It is only the body, the frame. Только вот рамка тела. And the mind. И ум. That feels separation. Которые чувствуют это отделение. To go beyond. А идя за пределы всего этого. If one meditates. Вы медитируете. You'll cross the barrier of the body. То есть вы преодолеваете барьер телесного. You'll cross the limitation of the mind. А также преодолеваете ограничения ума своего. And feel. И чувствуете, ощущаете. That individual consciousness, soul, что индивидуальное сознание под названием душа. Is very much same as the cosmic soul. Очень похоже и на космическую душу. Or universal soul. Или не универсальную душу. Am I clear? Вот так понятно? Ну не совсем. А кто записывает карму тогда? Да who is the writing the karma on? We write karma ourselves. Мы сами пишем эту карму. Nobody is writing. Никто больше. Ну, supposing I stand before the mirror and do namaskar. Ну, допустим, я стою напротив зеркала и намаскаром делаю. My reflection also will show namaskar. А отражение тоже самое мне покажет. If I stand before the mirror. А если просто постою? Take care. Будьте осторожны. It will also show the same take care. Если даже вот так я покажу, это тоже самое. Где же эта карма? I have written the karma. То есть я же написал. My own action. Мои собственные действия. Gets resulted. Результируются. In the form of karma. В форме кармы. We have written. То есть мы и написали. Nobody. Nobody there with a pen and paper. Никто там за нас не написал ручкой по бумаге. Мы это кто? Мы это эго личность. Who we are, that we are, it's a soul, or it is, we are as a personality. You are the soul. Вы душа. You are the consciousness. Вы сознание. As a body you feel separate. А как тело вы уже чувствуете отделенность. As a mind you feel egoistic, I. А вот ум себя чувствует эгоистичным, я. If these two are gone, если эти оба удалятся, you are the soul. И вы остаетесь душой. That's it. И это все. Значит, когда я остаюсь душой, карма finish. When I am remain as a soul, the karma is finished. When I remain as a soul, the karma is finished, gone. Only soul. Only soul. This karma is because of. Это карма у вас из-за того, что? Separation from the soul. Из отделенности с душой. Identification with the mind. То есть отождествляясь с умом. Simple example. Из отождествления с умом. Простой пример. Mind wants me to jump into ocean. Вот ум хочет, чтобы я прыгнула в океан. I sink. Я утону. Who is responsible for that?
кто отвечает за это? My mind prompted that action. То есть это ум заставил так думать и действовать. That action ended up in this result. А вот это действие, оно вот принесло, привело к такому результату. So karma is nothing but. Карма это не что иное, как. Results of the actions. Результат действий. Actions are the thoughts. Actions and the thoughts. Actions are the thoughts of the mind. То есть это действие из-за мысли в уме. That's it. И это все. Так получается, что is that means? Карма это результат действия или возмездие, потому что всегда говорят, о, карма is the result or is a возмездие, не знаю, как будет. Карма is the revenge. Karma is revenge or just result? Simple it's just result. It's not supposing I keep my finger in the fire. Ну, допустим, я... It gets burnt. То есть я палец в огня положу. Is that the result or revenge? Это возмездие или результат? Result что? Of my foolish action. Результатом будет от, вот моей глупости. That's all. Что мой палец сгорит. И это все. Hello. Shall I come there? You come only now? If she's there, we are waiting for you since early morning. time now, 12:10. Yeah. Now let's wait. The Western canteen is waiting for you. Западная столовая уже вас заждалась. As far as Anil Kumar is concerned, а вот настолько вот насколько озабочен Анил Кумар, he is never tired. Он никогда не устает. He feels happy. Он чувствует себя счастливым. In sharing his thoughts, делясь своими мыслями, with the devotees, с настоящими преданными. More so, а более того, well-informed scientific intellectual devotees. Like когда you. Собираются и интеллектуальные, и научномыслящие, и преданные. I thank you for your gracious presence. Я очень благодарен за ваше драгоценное присутствие. We'll conclude with three ohms. Мы завершим тремя ом. God bless you. Thank you. Да благословит Господь.